Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության կողմից պետական դումայի պատգամավոր անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Շերինն Արմլու լրատվականի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը հնարավոր է լուծել միայն խաղաղ ճանապարհով նստելով բանակցությունների սեղանին։ Միևնույն ժամանակ պետդումայի պատգամավորը դժգոհ է այս հարցում Ռուսաստանի դաշնության քայլերից և դիրքորոշումից, նկատելով, որ վերջինս պետք է ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկեր, որպեսզի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն իրեն այդպիսի հայտարարություններ Сейчас, по данной ситуации, надо садиться за стол переговоров и решать этот вопрос в интересах двух народов. Только за столом переговоров. Но сейчас какую роль играет здесь Турция? И это как-то мешает садиться на стол переговоров? Да, Турция мешает садиться за стол переговоров, потому что здесь уже затронуты интересы не только двух народов, двух государств, но еще и пытается Турция там участвовать в этом вопросе. И она там вообще не к месту, Турция. Вообще не к месту. Тогда что нужно сделать? Как вы оцениваете вообще последние заявления Эрдогана? Вот, например, про Крым, про Россию вообще. Эрдоган всячески пытается демонстрировать, насколько он пытается понизить авторитет и статус России на международной арене. И сегодня по отношению к Эрдогану ведется такая позиция умиротворения, которая его, наоборот, делает более уверенным в себе. И мне это напоминает, как пытались задобрить Адольфа Гитлера в 1939 году. И в конце концов это привело к 22 июня 1941 года, когда у Адольфа Гитлера возникло такое ощущение, что его все боятся, что на самом деле он сильный, что он может даже напасть на Советский Союз. Вот сегодня попытки всячески задобрить Эрдогана, пытаться с ним каким-то образом разговаривать с позиции культуры, дипломатии и так далее и тому подобное, у этого человека вызывает ощущение, что он очень, что он самостоятельный, очень такой решительный, смелый, что его все боятся, что у него достаточно сил для того, чтобы решать вопросы между двух государств с своими заявлениями, применением в том числе и силы. Поэтому я думаю, что, наверное, должны быть какие-то посылы со стороны Российской Федерации Эрдогану, что все, что он делает, нам не нравится. Но в чем заинтересованность России в этом конфликте? Чего хочет Россия? Я не могу сказать, что хочет Россия в этом конфликте. Судя по действиям нашего государства, я не знаю, чего хочет Россия. Вы знаете, это очень такая больная, щепетильная тема, и у нас нравится уходить от прямых ответов на данный вопрос, если вам честно. Война будет продолжаться, какие бы гуманитарные соглашения кто бы не озвучивал, война будет продолжаться, пока не будет видна конкретная и явная сила. Я думаю, в том числе. Но я думаю, что Российской Федерации придется рано или поздно как-то более активно себя проявлять. В России пытаются этот вопрос напрямую избегать ответа. А почему? Потому что Турция есть или другая причина, как вы думаете? Честно сказать, не понимаю, почему. У меня, понимаете, у меня как у кадрового военного после сбитого нашего самолета и погибшего пилота у меня к Турции сформировано отношение, и я надеюсь, не хочу зарекаться, но я лично не думаю, что с моей стороны было бы порядочно ездить в эту страну отдыхать. Ветеран боевых действий, я морально не имею права не возить туда своих детей, не сам ездить туда отдыхать, как минимум. Как минимум, даже если мы не будем брать конфликт на Горно-Карабахске, а возьмем ситуацию со сбитым летчиком российским, я думаю, что гражданам России не стоит в Турции вообще, в принципе, отдыхать, тратить там деньги, которые идут в том числе на содержание той же самой военной базы, с которой взлетал F-16, сбивший наш самолет. Поэтому у меня, знаете, отдельное как бы к этому отношение, и, меня, честно говоря, очень, удивляет вообще, как в Турции вообще комплекс С-400 был продан. Но вы думаете, что нужны активные шаги со стороны России, более активные шаги? Конечно, потому что если бы Россия была бы более решительна в своих действиях, то Эрдоган бы не позволял себе таких заявлений.